ты еще одним монстром стало меньше. Жди тут. Я охраняю форт. Чего ты хочешь, Морра? Займись хоть чем-нибудь полезным. Иди отсюда. Иди за мной! Ну, вперед! Ты свободен. Ты знаешь, где меня найти.
Нанесу-ка я визит орочьему патрулю на ферме. Будь осторожен. Если они примут тебя за повстанца, то порвут на куски. Надо немного отдохнуть. Что тебе тут нужно, Морра? Не лучше ли тебе работать в поле? В твоих же интересах, чтобы у тебя был хозяин, иначе ты будешь принадлежать мне. Я пришел вызвать тебя на поединок. Весьма самонадеянно с твоей стороны, парень. Хотя, как пожелаешь, ты получишь свой бой. Никто не может победить меня, Морра. Ох, вижу же. Ничего. Не делай глупости, чужак, иначе орки нас накажут. Что ты здесь делаешь? Я раб орков. Я работаю на этой ферме лесорубом. Спину согнул перед ними. А я ведь кузнец, черт побери. Но кузнеца орки и в грош не ставят, если он человек. Я освобожу тебя. Не говори глупостей. Орки с тебя шкуру спустят.
Ты хорошо дрался, Мора. Сколько призовых ты хочешь получить за выигранный бой? Мне нужен ваш раб. Он не стоит удачной битвы, Морра. Ты меня разочаровываешь, но если ты его хочешь, ты его получишь. А теперь уходи. У меня много дел. Теперь ты мой. Что? Правда? Как ты это сделал? Лучше не спрашивай. Повстанцам в Редаке нужен кузнец. Это же прекрасно. Я опять смогу заниматься любимым делом. Но я ведь даже не знаю, где находится Реддок. Я отведу тебя к Хавьеру. Он главный в Редаке. Спасибо тебе, чужак. Сообщи мне, когда пора будет идти. Давай, давай! Хорошо. Клифф кузнец, и теперь он будет работать на вас. Спасибо, чужак. Теперь мы сможем увеличить наши запасы оружия. Большое спасибо тебе, чужак. Я никогда этого не забуду. Вот,
Возьми это в знак моей благодарности. Покажи мне свой товар. Тебе нечем заняться? Вот 5 связок оружия. Отлично. Это нам поможет. Вот тебе немного золота за усердие.
тех пор, как здесь появились орки, путешественники стали редкостью. Ты заблудился или идешь в деревню? Какую деревню? Значит, ты заблудился. Если пойдешь дальше, по дороге в сторону побережья, то придешь в Кабдун. А что там? Там тоже, что нынче и везде, орки да наемники. Если тебе повезет, ты сумеешь найти там работу. Что ты тут делаешь? Я охотник, но времена настали плохие. Много волков, мало дичи. К счастью, орки платят мне очень хорошую цену за волчьи шкуры. Ты крадешься как вор. Я наемник. Мое имя Сайлас. Я... Еще один горемыка, который пытается заработать. Я знаю это. У всех так. Сходи к Буффорду. Может, у него найдется для тебя работа. Если мне повезет, получишь мою работу. Что ты тут делаешь? Я должен следить за рабами. Недавно один из них смылся. С этого времени мы не имеем права оставлять рабов без присмотра даже на секунду. Кто такой Буффорд? Он здесь начальник, по меньшей мере у наемников. В общем, если ты не орк и принадлежишь к Уруку, то он твой единственный шанс, чтобы как-то утвердиться здесь. Ты найдешь его в конце главной улицы. Чаще всего он стоит перед своей избушкой. Что тут есть в городе? В городе? Кабдун, конечно, большой, но точно не город. Здесь нет даже приличной пивной. Но здесь хотя бы работу дают. Ты точно подойдешь. Эй! Чего тебе надо, Морра? Какое у тебя дело в этом городе? В городе? Кабдун. Просто вонючая дыра. Но уж лучше быть с моими братьями под Ленгардом, столицей вашего марионеточного короля, чем стоять здесь на страже. Тебе что-нибудь нужно? Пожалуй, нужно. Мир и покой в этом городе. Так что лучше не зли нас. Не подходи к чужим вещам. И дерись только с нашего разрешения. Надеюсь, ты понимаешь меня, Морре? Определенно.
Эй, ты! Кажется, несколько золотых монет придутся тебе как нельзя кстати. Кто ты? Я служитель Белиара, ассасин. Раньше я жил на юге, по ту сторону границы. Я пришел в вашу страну, чтобы предложить оркам свои услуги в качестве охотника за рабами. Ты продаешь людей в рабство оркам? Это просто работа, как и любая другая. Совсем недавно я даже продал оркам самого настоящего паладина. Ты продал оркам паладина? Он сейчас наверху, в маяке. Его там орки допрашивают. Я получил за него приличную сумму. Снаряжение его, конечно, и гроша ломаного не стоило. Негодная броня. Ничего не стоящий кубок, а еще какая-то мелочь. А где сейчас снаряжение пойманного паладина? Ну, Уркраса. Он дал мне за него несчастных 50 золотых. Что я должен сделать за это? Один из моих рабов, паршивый ублюдок Харек, сбежал. Я не могу тут все бросить. Поэтому мне нужен кто-нибудь, кто поймает этого парня. Как насчет тебя? Ты вроде не похож на очень брезгливого. Я поймаю Харека. Где он? Если бы я знал, я бы его уже давно поймал. Он, скорее всего, еще где-то поблизости. Может, кто-нибудь видел его возле города? Жизнь охотника за рабами кажется очень выгодна. Помоги мне, и, может быть, я расскажу тебе об этом побольше. Не выделывайся здесь, понял? Тебе пора идти. Лучше иди, а то у нас обоих будут неприятности. Тебя я здесь еще ни разу не видел. Что тебе нужно? Что ты тут делаешь? Я городской алхимик, очень занятой. Продай мне свои снадобья. Если я буду продавать свой товар каждому проходимцу, что же из этого получится? Для этого тебе придется сперва кое-что сделать, мастер дерзости. Что ты хочешь? Мне нужен мешок с ингредиентами для работы. Достань мне дюжину целебных трав, и тогда, может быть, мы заключим сделку. Где мне найти целебные травы?
Посмотри наверху, возле маяка. Я там видел вчера несколько. Ты можешь научить меня алхимии? Сделай для меня кое-что. А потом посмотрим, что я могу для тебя сделать. Тут что-то об алхимии. Ты здесь недавно, да? Пришел, чтобы работать на орков? У тебя есть здесь право голоса? Да, но только среди наемников в городе хозяевами являются орки. Но быть наемником орков совсем даже неплохо. Что насчет тебя? Такой сильный парень, как ты, может мне пригодиться. А что, если я хочу присоединиться к наемникам? Хорошо, послушай. Уважение орков – это твоя самая твердая валюта. В каждом городе королевства на самом верху сидит орк. Здесь, в Кабдуне, это Урук. Если ты убедишь орков разрешить тебе поговорить с главным орком, тогда считай, что у тебя все получилось. Как мне завоевать уважение орков? Окажи им услугу. Покажи, что ты тоже можешь быть полезным, хоть ты и человек. Все очень просто. Когда-нибудь тебя пригласят на прием к Уруку. Я буду следить за твоими деяниями. Где я могу еще быть полезен? Поговори с начальником снабжения Декардом. У него всегда много работы. К тому же ты можешь получить у него новое снаряжение. У тебя есть для меня работа? Возле города рыскает целая стая голодных волков. Они с удовольствием сожрут пару рабов, и оркам это точно не понравится. Найди голодных волков и прикончи их. Где мне найти начальника снабжения Декарда? Иди в сторону маяка. За большим складом Уркраса найдешь нашу маленькую хижину. Наш начальник снабжения присматривает там за скарбом. Эй, ты! Иди сюда! Мои товары до сих пор не пришли. Что же вы, наемники, делаете целый день? Но... Замолчи! Я хочу, чтобы ты вернул мои товары. И не дай бог, ты появишься тут раньше этого времени. Какие товары ты ждешь? Три больших ящика, на которых стоит мое имя. Большие крепкие деревянные ящики. Вы, глупые наемники, позволили украсть их вшивым бандитам с побережья. Мои товары наверняка еще там. Ступай и забери их. Ты здесь совсем недавно, да? Тогда слушай. Если тебе что-то нужно, ты приходишь ко мне. Орки, с кем попало, не торгуют. Ясно? Ясно.
Буффорд послал меня. Он сказал, что ты дашь мне снаряжение. Он так сказал? На Буффорда это совсем не похоже. Здесь нет ничего бесплатного, понял? Сперва поработай на меня, а потом поговорим о твоем снаряжении. У тебя есть работа для меня? Конечно. Ты можешь прямо сейчас добыть мне пару вещей. Мне нужны целебные снадобья. Трех будет достаточно. Хотя последнее время здесь, в Кабдуне, достаточно спокойно. Но будет лучше, если мы подготовимся. Здесь, чтобы сразиться на арене? Что я могу выиграть на арене? Чемпион арены получает меч. Проигравший не получает ничего. Я хочу драться на арене. Хорошо. Для начала... Я дам тебе соперника послабее. Если ты сможешь одолеть его, тогда мы поговорим еще раз. Что мне сейчас делать? Иди на арену и дерись. Если ты покинешь ее, ты проиграл. Ну тогда покажи, что ты умеешь. В следующий раз я тебя прикончу. Поганец, ты чертовски хорошо дерешься. Среди гладиаторов ты многого добьешься.
Ты победил. Твой противник был слаб, так что не задавайся. Если хочешь, я дам тебе хорошего соперника. Дай мне соперника. Ты хочешь драться? Ты можешь драться. Ты выступишь против моего лучшего бойца. Иди на арену. Иди сюда, паренек. Повезло тебе. Ты хорошо сражался, чужестранец. Я выиграл. Да, ты хорошо сражался. Больше никто не хочет выступать против тебя. Ты чемпион. Я получу приз. Да, этот меч. Носи его с гордостью. Это хороший клинок. Таких проблем. Стой! И шагу дальше! А ты что хотел услышать? Всегда так было? Нет, мы не знаем, можно ли тебе доверять. Все возможно. Стоять! Отсюда исчезли ценные вещи! Конечно. Что-нибудь и знаешь об этом? Нет. Мы за тобою следим.
Никаких глупостей, ясно? Да знаю я, знаю. Все возможно. Как будто мне и без этого проблем не хватает. На твоем месте я бы сразу свалил отсюда. Почему? Здесь нечего делать. Ни золота, ни женщин, и шнапса вечно нет. Ты можешь себе такое представить? Ночная вахта и без шнапса. Единственное развлечение здесь — это бои на арене возле башни. Чем бы ты хотел заняться вместо того, чтобы нести ночную вахту? По мне, самое лучшее — это выдержать настоящий бой с бандитами. Что ты имеешь в виду? Ты еще не слышал про Артегу? Он главарь бандитов в Прибрежной области. Этих бандитов целая куча. С удовольствием бы сделал их ряды пореже. Ты все так же ноешь? Если ты дашь мне бутылку шнапса, мы станем с тобой лучшими друзьями. Декарт никогда не раскошелится, чертов скряга. Стоять! Отсюда исчезли ценные вещи. Что-нибудь знаешь об этом? Нет. Мы за тобой следим. У меня есть для тебя бутылка шнапса. Как раз то, что мне нужно. Спасибо, друг. Все в порядке. Подожди-ка. Чего тебе? Ты берешь то, что тебе нравится, как вор. И это мне по душе. Хочешь работу? Что это за работа? В лагере Уркраса есть пара-тройка золотых бокалов. Ими хотят заплатить за новых рабов. Если ты позаботишься о том, чтобы они исчезли, я научу тебя взламывать замки. Почему я должен воровать для тебя, если тебе даже украденное не нужно? Мы воры. Все время находимся в поиске людей, которые владеют нашим ремеслом лучше, чем мы сами. Вполне возможно, что я чему-нибудь у тебя научусь. Как мне узнать вас? Таких людей, как я, можно узнать, если задать правильные вопросы. На такой ответ я и рассчитывал. Расскажи мне о ворах. Мы повсюду и нигде. Всегда в поисках удобного случая. Обычно мы знаем, где можно хорошо поживиться, и охотно продаем наши знания. Как мило. Не правда ли? Поэтому я и стал вором. Возможно, все.
Золотые бокалы исчезли. Я знал, что тебе это понравится. Ну, золотые бокалы ты можешь сбыть у любого торговца за хорошую сумму. Хорошо. Если тебе понадобится работа, отправляйся в Ордею. Сторож Джек на башне выудил у повстанцев порядочную сумму денег. Ясно. А, спасибо. На первое время хватит. Если тебе понадобится снаряжение, ты знаешь, где меня найти. Мне нужно снаряжение. Тогда посмотри, что у меня есть. Пока нет. Сначала докажи, что ты этого стоишь. Я слышал, ты теперь чемпион арены. Мое почтение. Начальник снабжения Декарт очень рад снадобьем. Хорошая работа. Я должен вернуть Уркрасу его товары. В чем проблема? Что это за товары? Без понятия. Подозреваю, что обычные запасы. Весь прибрежный регион снабжается сейчас товарами из Миртаны. Ты знаешь, где я могу их найти? Нет, но в окрестных лесах шастают мятежники и бандиты. Может, тебе лучше просто пойти вдоль побережья? Где-то должны быть следы. У меня есть травы, которые ты хотел. И они могут мне очень пригодиться. Продай мне свои снадобья. Ладно. Давай посмотрим, сколько у тебя золота.